Здравствуйте, я Натали Макдональд, представляю вам прямое включение из Сиднея на Дукаскопе ТВ. Участникам рынка сейчас приходится иметь дело с уникальной исторической ситуацией. Так считает мой сегодняшний гость Крис Уэстон, главный рыночный аналитик в компании IG. Крис, спасибо, что нашли время для того, чтобы пообщаться с нами. Спасибо, что пригласили меня. Итак, давайте для начала поговорим о Китае. На данный момент это очень актуальная тема. Неужели лучшее, что может сделать Китай для всего мира сейчас, это уйти на праздники? И да, и нет. Мы уже видим некоторую стабильность в ситуации с Китаем. Я не вижу, чтобы та волатильность, которая присутствовала на мировых финансовых рынках, была полным отображением замедления темпов роста экономики Китая. Рынки уже, в принципе, поняли, что Китай добровольно идет на замедление роста. И в следующем году экономика этой страны уже вырастет на 6-6,5%. Я не думаю, что это серьезная проблема. Даже наоборот, это скорее положительный момент. Но на данный момент мы, как и многие другие участники рынка, обеспокоены тем, что правительство Китая и Центральный банк не будут эффективно бороться с возникшей проблемой. Хотя ранее они действительно внедряли довольно радикальные меры, по мнению многих. Каждый раз, когда мы видим какую-то новую проблему, например, увеличение объемов оттока капитала, которое приводит к ухудшению финансовых условий, они сразу же начинают ограничивать движение курса юаня. Если возникают проблемы с маржинальными долгами, они также начинают предпринимать активные действия. Например, недавно объемы маржинальных долгов сократились на 55%. То есть, в целом, правительство и Центральный банк стараются решать локальные проблемы, а затем оценивают общие негативные последствия. Пока что рынки очень скептически относятся к тому, что будет с Китаем в долгосрочной перспективе. Учитывая множество новых законодательных инициатив, которые появляются буквально каждый день. Давайте поговорим о беспокойствах на мировых рынках в целом. Еще до кризиса в Китае все полагали, что именно в сентябре Федеральный резерв США начнет первое повышение процентных ставок. Возможно, эти опасения переоценивают? На данный момент на рынках происходит очень большое количество событий. В частности, ситуация на развивающихся рынках – это уже давно повод для беспокойства. Уже на протяжении довольно длительного времени происходит стабильный отток капитала из экономик развивающихся стран. Мы знаем, что Банк международных расчетов недавно опубликовал официальное заявление, в котором говорилось об объемах инвестиций и кредитования в долларах. В частности, эти кредиты берутся для финансирования операций carry trade. Кредиты в долларах сейчас обходятся дешево, очевидно, из-за близких к нулевым процентных ставок, а также из-за программы закупки активов в США, которая действует на протяжении многих лет. И эти кредиты используются для покупки высокодоходных активов в развивающихся странах. Увеличение объемов торговли в долларах оказывает значительное давление на экономики развивающихся стран. На данный момент мы видим значительный отток капитала из развивающихся стран. Если говорить о доходах компаний, так как это также очень важный фактор, то они сейчас в США, Австралии и некоторых азиатских странах уже начинают падать. Некоторые технические индикаторы сейчас также нестабильны. Кроме того, в США есть крупные фонды, которые работают за счет измерения волатильности. Они диверсифицировали свой портфель с помощью различных классов активов. Но они используют в основном волатильность. Именно это мы и видели на прошлой неделе. Многие крупные хедж-фонды, которые пристально следят за волатильностью и владеют диверсифицированным портфелем активов, вынуждены были продавать некоторые активы и менять свои позиции из-за скачка волатильности. И они выбросили значительные объемы активов на рынок, что также способствовало усилению волатильности. В целом, я не думаю, что сейчас мы видим специфическую проблему Китая или развивающихся стран. Очень тяжело сказать, в чем на самом деле причина текущего кризиса. Возможно, дело в том, что должна была наступить коррекция в условиях нисходящей тенденции. Кажется, что на данный момент так и есть. Китай — это всего лишь один элемент общей мозаики. Если рассматривать ситуацию в целом, то непременно интерес вызывают будущие действия Федерального резерва США и Центрального банка Китая. На данный момент на кону стоят долгосрочные экономические цели против рыночной ситуации в краткосрочной перспективе. Что же будет дальше?
На данный момент первая и основная цель – это стабильность на финансовых рынках. Я не думаю, что существует тесная связь между фондовыми рынками и состоянием реальной экономики. Многие считают, что если кризис на фондовых рынках Китая продлится, то это окажет непосредственное влияние на доходы граждан. А это, в свою очередь, окажет нисходящее давление на объемы потребительских расходов и, соответственно, снизит темпы роста экономики. На данный момент, на мой взгляд, в Китае очень высокий процент сбережений, примерно 40%. Это один из самых высоких процентов в мире. И это поможет сбалансировать недавнее падение на фондовом рынке. При этом примерно 12% населения в Китае владеет акциями. Это не очень большая цифра. То есть владельцы акций на самом деле составляют немногочисленную группу. И только на них может повлиять изменение ценовой тенденции на фондовом рынке. Я не думаю, что коллапс на фондовом рынке Китая, в рамках которого с июня по август стоимость акций упала на 45%, будет способствовать ухудшению реальной экономики в стране. Но они уже четко дали понять всему миру, что они стремятся к стабильности. И эта стабильность может быть достигнута, если минимизировать количество коротких позиций, используя различные манипуляции, или же если управлять средствами массовой информации и запрещать им печатать негативные статьи. Стабильность сейчас первый вопрос на повестке дня. И второй не менее важный момент – нужно препятствовать оттоку капитала из Китая. Также на данный момент правительство Китая обращает внимание и на другие проблемы, например, на уровень безработицы. Пока что непонятно, каким образом им удастся достичь стабильности на фондовом рынке в долгосрочной перспективе. Лично я считаю, что, возможно, ситуация на этом рынке может еще и ухудшиться. Но я не думаю, что это окажет катастрофическое влияние на экономику Китая. Подводя итоги ко всему вышесказанному и учитывая повышенную волатильность на рынках, как вы считаете, будет ли Федеральный резерв повышать ставки в сентябре? Я думаю, нет. На данный момент участники рынка рассматривают примерно 30% шанс того, что Федеральный резерв повысит ставки в сентябре. Даже если они повысят ставки в этом году, то, на мой взгляд, они будут делать это очень медленно. А если это произойдет в сентябре, то, возможно, это будет способствовать возникновению паники на рынках. Но, с другой стороны, если Федеральный резерв сможет грамотно преподнести это рынкам, то это может быть воспринято как сигнал к ужесточению монетарной политики. Лично я считаю, что они могут сделать это в сентябре, но, скорее всего, это будет повышение всего лишь на 10 базисных пунктов. При этом нужно четко понимать, что сейчас происходит на рынках. Если посмотреть на те факторы, которые способствовали появлению текущей ситуации, то мы увидим, что ранее в истории не было ничего подобного. Ранее инвесторы и трейдеры всегда сравнивали текущую ситуацию с тем, что было в прошлом. Например, с 90-ми или с финансовым кризисом. Но ранее не было абсолютно ничего подобного. Центральные банки не пытались максимально увеличить свой баланс такими агрессивными методами. В прошлом мы не наблюдали низкие процентные ставки во многих странах на протяжении такого длительного времени, а также отток ликвидности из развивающихся стран. При этом самый крупный и самый влиятельный центральный банк в мире рассматривает возможность повышения процентных ставок. То есть у нас нет опыта работы в подобных условиях, и это также влечет за собой повышенную волатильность на рынках. На мой взгляд, Федеральный резерв сейчас действительно намерен повысить ставки. При этом они хотят сделать это как можно быстрее, но сохранить умеренные темпы повышения. Учитывая текущую волатильность на рынках, они сомневаются по поводу сроков повышения ставок. Поэтому, скорее всего, они решатся на повышение ставок только в декабре этого года. Будет интересно посмотреть за дальнейшим развитием этой ситуации. Крис, спасибо за ваши комментарии. И вам спасибо. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество эксклюзивных интервью из Сиднея. Всего доброго.